Привет из Сочи. Сколько мы ставридки поймали? Нормально так. На жареху. Вот. Ловим, сидим. Сюда принеси поближе и вытащи. Вверх поднимаешь сразу, поэтому она на воздух, она играет, падает, отцепляется. Почему? Не хватало. Ни хрена. Да, есть. Мелко. Ты слишком так тянешь. Приходится так снимать. Она уже слезла с крючка. Она с крючка слезла, понял? Сама. Я целую во время. А ты вот какую-то половинку тут оставил? Еще куда-нибудь. Как поймала. Не, это закон подлости. Надо было подготовиться для съемки. Какая-то яхта и наверху какая-то фигня непонятная. Жаль, ближе не увеличивать. Далековато. Молодец! Молодец! Молодец. Так ты делаешь, просто нет, молодец. Хорошо, не крючок не делаешь. Вот вцепилась, хрен достается. Нет, два раза. Ставридка. Рядом. Сейчас, где-то. Вон, видишь? Дельфинчик. Вся рыба к берегу подплывает, и дельфины тоже подплывают кормиться. Вон он выплыл. Не знаю, видно на камеру, не видно. Во сколько поймали рыбешек. Мелочь, а приятно. В основном ставриды и немного морского окуня. Днями ранее наловили барабулю. Сочинский деликатес. Все вместе пожарили. Прекрасный ужин получился.